Ну, рассказ не об этом, а несколько дней я ловил хорошую погоду, и вот как раз замечательный закат, чтобы рассказать о одном интересном хвойном, с которого, в общем-то, я и начинал коллекцию. Когда-то в 2007, когда я закончил учебу, я первый раз съездил в Киевский ботанический и набрал семена криптомерии. Мне очень понравилось это дерево, вообще своей необычной внешностью. Позже я узнал, что это семейство. Ранее оно называлось семейство таксодиевых, сейчас это семейство кипарисовых обозначили. Ну и как-то мне посчастливилось получить хорошие обильные всходы. Чуть позже, где-то в 2010, 10 лет назад, я еще раз собрал семян. Я собирал в саду помина. Там достаточно зимостойкий культивар. Несколько культиваров Глаука и обычная криптомерия. И вот сейчас у меня где-то 7-10-летние экземпляры растут, и на сегодняшний момент они стали выше меня. Достигли такой уже хорошего разгона, разбега. Что можно сказать про криптомерию? Можно сказать следующее, что это реликт мелового периода. Это поздний юрский, там ранний меловой период. Это самое древнее в трибе таксодиевых растений вместе с кунингами. Это где-то 160, там какая-то такая в голове не укладывающаяся дата, где-то 160-140 миллионов лет назад росла криптомерия. У меня про нее есть посты. Ну и вид у нее соответствующий, если посмотреть на дикую форму даже. У нее вид такой динозавровый достаточно. Пыльники, шишки с продолжающимся побегом. Вот через месяц она будет пылить. Ну и у меня еще тогда, 10 лет назад, возникла идея создать криптомериевый садик, садик мелового периода. Даже не критичного времени, там с магнолиями, а изначально мелового. Но потом добавились и магнолии, и эвкалипты, и все остальное. Когда... Благо хорошо все растет на брещине. Значит, и у меня появились интересные сорта этого растения. Оказывается, в Японии ее культивируют тысячи лет, поскольку это там одно из пяти священных деревьев вместе с седапитисом, туевиком, кипарисовиком. Кипарисовик, по-моему, горохоносный. Он здесь тоже есть. Ну и криптомерия тоже. Священное дерево, это значит, что за незаконную порубку порубщик карался смертью. Такая вот суровая история. И действительно есть за что. Такое дерево я не представляю, как это можно срубить такое. В наших широтах очень экзотично выглядит. Все эти криптомерии это генетика с одного дерева. И они дали уникальное расслоение. Сзади мы видим тоже криптомерию. Она прет как, вот, как слон просто. Это более такая сбитая криптомерия. Это уже криптомерия, я покупал в садовом центре, это сорт Зингер. Ой, это сорт Лобби. Вот это сорт Зингер. Это араукоидная криптомерия, та, которая растет на вроде араукарии бразильской, такими мощными мутовками. Араукоидных криптомерий достаточно много. Это одна из наиболее зимостойких. У нее толстые побеги. А есть побеги тонкие, как ниточка. Ну, выглядит очень экзотично. Перезимовала, замечательно. Это сорт Спорт. Недавний сорт, он интересно тем, что видите, он весь будет пылить, и он абсолютно не буреет на зиму. Если мы посмотрим на сорт Лобби, то он достаточно бурый, и обычная видовая криптомерия немного буреет. Хотя морозов сильных не было, но после минус 10 криптомерия становится такого приятного медного металлического оттенка. Особенно Грацилис. Сортов криптомерии, к слову, в одной только Японии около там под полтыщи. И почему такое происходит? Почему такое большое расслоение среди сеянцев с одного дерева? Потому что криптомерия очень давно в культуре, в той же Японии и в Европе, соответственно, они из Японии приехали. Они переопыляются, и в потомстве одного дерева, даже дикого с виду, получится очень-очень большое расслоение. Вот мы видим, у меня здесь около 50 криптомерий растет, и они все немножко не похожи друг на друга. Вот это вот, видимо, хочет быть плакучей красавица. Может быть, это фенотипическая какая-то изменчивость, потому что они растут в тени у меня яблони.
И рядом, хотя рядом с ней совсем другая, у нее ветки не висят. Криптомерия, как и кунингамия, дерево теневыносливое. Чем оно хорошо для японских садов? Оно может расти фактически в глухой тени. И даже можно сказать так, что это дерево не любит ветер и предпочитает расти под пологом леса. Поэтому, знаете, это замечательное дерево, вплоть до Ленобласти, в Подмосковье оно нормально растет. В Ленобласти моих друзей, знакомых на даче нормально растет. Вот почему криптомерия кунингамия считается древнейшей в семействе. Вы видите ее шишки и редуцированный побег. Даже некоторые побеги отмерли, а некоторые будут даже пылить. То есть шишка вот вытрясает. У меня уже есть свои семена. Семечки у криптомерии, надо сказать. Вот такие вот, меленькие. Но вид не пирофитный. То есть ее семена приспособлены падать на мох, на моховую подушку и хорошо прорастать. В отличие там от секвойи дендрона, от и секвойи явных пирофитов. Ну и вместе с секвойи дендроном, с седапитисом, я бы внес это дерево в десятку хвойных, которым можно дать 10 баллов по всем параметрам. То есть обязательно вся на участке иметь такое дерево. Не потому что оно священное, оно все священное, а потому что это очень красивое, очень эффектное и оживляющее, структурирующее пространство дерево хвойное. Большой плюс к криптомерии, что она достаточно просто, ну, с некоторыми там нюансами, размножается черенками. Поэтому такое обилие ее сортов. Она все чаще попадается уже в садовых центрах. И если вы сделаете маленький криптомериевый садик во дворе своего дома или на частной застройке, где угодно, вы точно не ошибетесь. Определенно, что ваша жизнь станет лучше, красивее, интереснее.